Всем привет! Меня зовут Юля, и я ненавижу гладить. За свою гладильную карьеру я перепробовала уже множество вариантов. У меня был простой и дешевый утюг, который я привезла от мамы. Ну и гладил он так себе, ну вы сами понимаете. Был и недорогой вертикальный отпариватель. Он мне нравился намного больше утюга, но и с ним были нюансы. Например, его мощности не хватало, чтобы отпарить пересушенные рубашки. Был и нормальный дорогой утюг, и гладил он достаточно хорошо, но постоянно оставлял следы на вещах. Особенно меня раздражало, когда это случалось с белыми футболками или рубашками. Вы знаете, вот эти следы ржавчины, когда ты включаешь функцию пароприглажки. Вроде бы хотел погладить вещь, а в итоге пришлось стирать. И вот у меня появился этот замечательный парогенератор Браун. Я покажу, как он гладит разные типы тканей. Мы прям это с вами вместе протестируем. Расскажу, чем же он все-таки лучше, чем все эти приборы, которые у меня были до этого. Как он работает, как выглядит и как правильно им пользоваться. И начнем мы именно с этого пункта. У меня парогенератор Браун IS7286BK, линейка CareStyle 7 Pro. Вот так он выглядит. Очень стильный, нет никаких лишних деталей и узоров. Мы ставим его на гладильную доску, как обычный утюг. Сюда мы наливаем воду. Вмещается 2 литра, что очень удобно, потому что хватает надолго и не нужно постоянно воду подливать. Более того, вот этот резервуар съемный, это тоже очень удобно, потому что мы берем только вот эту вот часть и не нужно тащить весь аппарат. Воду налили, теперь разматываем провода. Очень удобно, что даже придумали отсек для провода. Они нигде у нас не валяются. Включаем в розетку. У меня здесь она на гладильной доске находится. Сам утюг ставим на платформу и фиксируем вот этим вот замочком. Тоже очень удобно, потому что он у нас никуда не убежит и не упадет, и даже когда мы будем парогенератор переносить. Дальше мы его включаем и выбираем режим. Здесь есть управление на самой станции и отдельно на утюге. На станции мы видим кнопки включения, Boost 15, это самый максимальный режим, который включается на 15 минут. Это очистка от ржавчины, а это индикатор воды в резервуаре. Сейчас мы с вами его включим. И подождем, пока он нагреется. Как пропищал, значит нагрелся и можно пользоваться. Теперь на утюге с помощью вот этой вот кнопочки iMode мы выбираем нужный режим. Их всего здесь 4. Первый режим Pro Steam. Он нужен для самых сложных или пересушенных тканей, или, например, для складок. Здесь пар подается непрерывно в течение 30 секунд. Второй режим iCare. Это такой базовый универсальный режим, и он здесь все время стоит по умолчанию. То есть, когда мы включаем станцию, на кнопку включения нажимаем, всегда стоит именно этот режим. Третий режим – режим Turbo. Утюг в этом режиме нагревается до своей максимальной температуры, то есть это 190 градусов, а главное, паровой удар составляет при этом режиме 650 грамм в минуту. Это очень мощно, и поэтому этот режим тоже нужен, как и первый, для сложных случаев и для самых пересушенных тканей. Четвертый режим – эко. Этот режим нужен наоборот, для самых деликатных тканей, ну, например, если вам шелк нужно погладить или что-то такое, и температура нагрева платформы всего 130 градусов. Сейчас мы вместе с вами, прямо можно сказать онлайн, протестируем этот прибор на разных типах тканей. Значит, я приготовила вот такую вот хлопковую футболку мужу после стирки. Дальше у меня есть шелковая маечка для деликатного режима, тоже очень мятая. Есть у меня льняные летние брюки. И для вертикального отпаривания мы с вами потестируем пиджачок. Итак, начнем мы с шелковой маечки. Погладим ее на деликатном режиме. Напомню, что температура нагрева подошвы 130 градусов. Сначала пробуем без пара. Посмотрите. Уже неплохо разглаживается. Теперь нажмем вот на эту кнопку, которая под ручкой находится, и подадим пар. Просто идеально. Мне кажется, я никогда еще идеально эту майку свою не гладила. Вот как с магазина принесла, вот тогда последний раз она у меня глажена и была.
В общем, я довольна, гладят хорошо. Теперь давайте потестируем лен, потому что лен гладить тоже очень тяжело. Ну, мне кажется, если честно, шелк тяжелее, но лен тоже мнется и гладится отвратительно. Гладим вот эти вот брюки. Сейчас я их разложу. Вообще, Глашка не мой конек, конечно. Ставлю режим ProSteam. Напомню, что это первый режим, про который я там в описании рассказывала. Он нужен как раз для пересушенных и таких мятых, сложных тканей, как режим Turbo. Так, я здесь уже все выставила и поехали. Сначала попробуем просто без пара. Кстати, здесь такая удобная подошва утюга, что можно гладить не только вперед, но и назад, он так хорошо скользит, вправо, влево, как хочешь. Ну, и без пара гладится, конечно, лен не очень, поэтому давайте включим пар. Это прекрасно, я считаю. Чтобы лен так быстро гладился. Я еще, конечно, положила здесь не совсем правильно, но уже видно то, что гладится просто потрясающе. Давайте теперь посмотрим, как у нас обстоят дела с хлопком, потому что все-таки большинство вещей у нас сделаны из хлопка. Напомню, что мы гладим футболку мужа, вот она мятая. Будем мы его с вами, ее гладить на режиме IKEA, это такой стандартный режим, универсальный. Значит, я здесь выставила уже, вот. Пробуем. Без пара. Ну, уже видно, что хорошо гладит. Даже просто утюг. Ну, с хлопком обычно проблем, конечно, нет, если его не пересушить. Ну, теперь давайте включим пар. Просто идеально. Посмотрите. Хлопок, конечно, мне нравится гладить больше всего, потому что с ним меньше заморочек, меньше времени на это тратишь. Но тут все понятно, футболка просто вот в идеальном состоянии выглаживается. И теперь мы с вами потестируем еще одну функцию, вертикальное отпаривание. Мы будем это делать на максимальном турбо-режиме. Вот я его поставила, пусть он пока разогреется. И погладим мы с вами мой пиджак, но вообще, в принципе, этим режимом можно гладить даже занавески в квартире, не снимая их с гордин. Пиджак у меня не сильно мятый, потому что все-таки он висит на плечиках и под своей тяжестью разглаживается. Но вот все равно видно, что спинка слегка мятая. Здесь я сразу включаю режим пара. Слушайте, мне прям нравится, очень удобно, а главное... тепло стало. Все-таки пар горячий, и, наверное, зимой отпаривать вещи прям одно удовольствие, потому что еще и согреваешься в этот момент. В общем, с вертикальным отпариванием этот прибор справляется тоже просто прекрасно. Мы с вами посмотрели, что пар-генератор просто отлично гладит разные типы тканей. Но почему же я выбрала именно этот пар-генератор? Ведь на рынке их очень много. И сейчас я вам расскажу преимущества этой модели. Это самый мощный пар-генератор на рынке. Его мощность составляет 2700 Вт. Постоянная подача пара 190 грамм в минуту и паровой удар 650 грамм в минуту. Собственно, поэтому он даже пересушенной ткани и лен гладит хорошо и быстро. Второе – это его функциональность. По сути, это совмещение обычного хорошего утюга и вертикального отпаривателя. Профессионального. Третье – это его удобство. Этот парогенератор сертифицирован Институтом эргономики. Это значит, что рука не будет уставать, даже если вы гладите долго. Его ручка наклонена в противоположном направлении по сравнению с обычным утюгом, и она открытая. И весит мало, потому что сюда не наливается вода. Четвертое. Здесь есть система очистки, а это значит, что одежда остается чистой и утюг не брызгает ржавчиной. Пятое преимущество. Пар проникает глубоко в ткани и не только их гладит, но еще и обеззараживает. И еще одно преимущество – это подошва утюга. Она имеет своеобразную форму, потому что создатели вдохновлялись формой сноуборда. И она позволяет без труда гладить пуговицы, кнопки и всякие там декоративные элементы на одежде.
В общем, мы прошли разные уровни глажки и в итоге остановились именно на этом парогенераторе. Он отлично гладит одежду, и мне кажется, вы сами в этом убедились. В описании к видео я оставила на него ссылку на официальный сайт Браун. Можно зайти, почитать, посмотреть и заказать себе. Сейчас там еще и проходит акция. При покупке парогенератора из линейки Care Style 7 Pro в комплекте идет гладильная доска IB3001BK. А по моему личному промокоду PERSIK10 вам будет еще и дополнительная скидочка 10%. В описании также есть и ссылки на соцсети бренда. Обязательно подписывайтесь, чтобы следить за новыми акциями и знать возможности своей техники. Пишите свои вопросы в комментариях, а я пойду гладить, потому что мне это уже нравится.